Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами Максим Чеев, с вами Герман Громов, с вами Легендарный Дивизион и также с вами лучшие команды СНГ региона. Здравствуйте, 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 дорогие друзья, ну что же, мы начинаем игровой день, ну, с наинереальнейшего матча Five Star против AOXZ. Здесь можно говорить множество предикшенов, можно отдавать свои симпатии одним и вторым, но то, что этот матч будет явно очень красочным, я думаю, в этом никто не сомневается. Максим, твой прогноз на этот матч и как твои дела? Привет, дружище! Здравствуйте, здравствуйте, наши любители Point Blank. Дела у меня просто супер, настроение бомбезно. Ну и, как уже сказал ранее Герман, то, что этот матч должен быть нереально красочным, и я действительно жду здесь какой-то жесткой и очень-очень жесткой борьбы от двух этих коллективов. Команда AOXZ вчера отдала 3 очка своему сопернику, так что я думаю, сегодня они должны отыгрываться с лихвой. Но не возьмусь я ставить на какой-то конкретный коллектив. Я просто ставлю на жесткую игру и открываем ставки ВКонтакте и Ютубе. Так, дорогие друзья, у нас черк уже прошел, и я сейчас быстренько пролечусь как раз-таки по нему. Вот такие карты у нас набанили и напикали игроки от Five Star минус НП, метро и убежище. Минус НП, метро, это понятно, две сильнейшие карты команды AOXZ. Ну и убежище, вроде как, сами просто не любят играть Five Star. Люкс, ДЦ и пригород Багдада убирают AOXZ, и остается три карты. Первая будет ВВГ, вторая песчанка, и третья будет у нас как раз-таки... металл. Ну что же, мы с вами начинаем этот матч вместе с вами, дорогие друзья. Ну что же, good luck, have fun. Командам по традиции желаем удачи. И победит сильнейший. Здесь, конечно, будет, ну, прям очень жесткая борьба. Что на ВВГ, я думаю, что и на второй карте, на ПБшке и на металл, если мы до него дойдем. Но я думаю, что мы до него дойдем. Ну что, 3-2-1, поехали. И AOXZ в атаке, Five Star в обороне. Довольно дефолтная сразу же расстановка сил на атаке. Сейчас три игрока под аплэнд. Фрид сразу же молниеносно идет занимать винты. Кто же там будет на приеме винтов? На винтах у нас сишечки, я так полагаю, лежат от команды Five Star. Да, совершенно верно. Фрид, кстати, уже выходит. И здесь у коллапса начинаются проблемы. Но с первой из них он справляется. Минус Фрид. Размен должен быть сейчас от Райдена. Но пока что размена не имеется никакого. Вот здесь уже минус 2 делают АОшки. Коллапс только сейчас находит размен. Но уже игроки АОХЗ занимают пятерку. Есть еще один минус. И Тео остается вдвоем с коллапсом. Ой-ой-ой. Но парни довольно неплохо справляются. У нас сейчас пятерка. Остается один лапа, у которого 15% хелсбара. И ему надо... и своих сапи... здоровья у Т. Какая хаешка. Ой-ой-ой. Максимка у нас, ладно, Максимка залагала у нас очень сильно. И давайте продолжать. В этом раунде даблкил его. Максим, очень сильно лагаешь, я не знаю. Прям нереально. Тео, 1-1 против лапы сейчас будет отыгрывать. Ну и что, посмотрим, как он этой ситуацией воспользуется. Пока что все не очень хорошо у Константина Грачева. 15 хп на счету, но Тео 6 хп в соответствии с этим тоже. Лапа не пальца, но если Тео его прочекает, а здесь не видно, не видно. И лапы или Тео? Лапы или Тео? Тео выходит и видит! Да ладно, вот так Тео начал раздавать. Но это дефолт от Архана и 1-0 на табло. Бомба деактивирована. Миссия провалена. Так, ну что же. Поехали дальше. Поехали дальше. Ну и как сейчас команда AOXZ будет атаковать. Также, в принципе, 2 на аплэнд. Сразу же Фрид идет занимать мидл. Там на винты дальше. Ну и посмотрим, в перспективе получится там что-то сделать или нет. Линк Тэшку прооркадил. Линк еще дальше пойдет. Забирает еще и лапу. Ну и аплэнд уже моментально рассыпался у команды AOXZ. Надо им что-то здесь, конечно же, придумывать. Но давайте смотреть. Есть минус от Фрида. Уже 3 в 4. Там у Тео сейчас будет борьба с двумя игроками. Это Райден и Вейзик. Ну, одного-то, я думаю, должен забрать Архан. Но вот по второму и третьему уже не знаю. То есть довольно тяжело будет ему здесь раз двоих разыграть. Вейзик получает по шапке. Там еще и Райден с моста приходит. Ну и Фрид из-под бетона сейчас выходит. И Фрида тоже Архан забирает. И еще одного забирает. Тео минус 3 на ровном месте. 2-0. Миссия провалена. 2-0. Как, слышно меня? Прием. Слышно хорошо. Да, только я тебя как-то собрываю.
Так, ну ладно, я думаю, мы сейчас это в паузе пофиксим. Ну а пока что... Прошу... Ладно. Так. Ну что, дорогие друзья, смотрим. Пока, пока все. Всего уже с пятерки коллапс будет контрить вместе с Николасом. Пока все довольно плохо. У нас у команды... Падает. Five Star. Есть минус еще от Коби. Ну что, 2 в 5. 2 в 5. Линк еще забирает Зишку. И мы с вами, дорогие друзья, становимся свидетелями 3-0. Пока что очень легкие 3 раунда от команды Five Star. Ну что же. Пока что начало вообще не самое благоприятное для команды AOXE. Посмотрим, что будет сейчас. Выход на винты от Фридоса. В упоре его, опять же, никто не встречает, но есть два игрока на пятерке и... Ой-ой-ой. Очень пассивно держит команда Five Star. Сейчас выход на аплент, но у них получается забрать лапу. Уэзик размен на боковой. Но вот сейчас можно, в принципе, в аплент уже выходить. Можно выходить, но там один борется игрок команды. Это Фрид. Но Зишка на пятерке забирает коллапсы. Сейчас уже неплохо. 3 в 3. Но там уже и Райду находит голову Тэва. Вот без Тэва будет, ну, тяжеловато. Несмотря на то, что проблемы по хелсбару имеются огромные у команды AOXE. Все-таки численное преимущество они должны реализовывать. Но пока что боятся ставить плент. Боятся какую-то рандомную гранату, которая может залететь абсолютно в любую секунду. Ну, что же. Бомба была установлена. Николас, Николас забирает одного, но там последний Коби остается. Ну, у Коби вообще 2 хп, думаю, здесь на любой патрон. Что на пистолет, что на АУК, да, и здесь Райден уже и под бетоном прячется. Вряд ли здесь, конечно, уже Коби успеет разминировать бомбу, хотя идет попытка номер 2 забирать Уэзика на Т-шке, но он видит тортящее дуло. Но никак не прострелите, Уэзик ставит хедшот. Первый раунд в атаке спустя 3 раунда берут AOXE. Да, ну, начало, конечно... Мягко говоря, не самое приятное для них. Тем более, что играют парни за атаку. Ну и давайте смотреть дальше. Как же будут располагать силы на этот раунд? Это мост. Это мост. Тео пока что разбивает себе довольно дефолтного окна. Будет подготавливать почву для войны здесь на этой позиции. А уже команда AOXE, в частности, Райден и Уэзик, будут проходить мост. Лапа будет играть роль закрывающего. Зишка на нуле. Да, и втроем уже на мост идут Art of Execution. И по дальней будет принимать Тео. Ну, Тео с дороги вообще мастак. Забирать своих соперников. На подходе уже к Б-пленту. Тео вообще здесь ничего не боится. Пристрелен к этой точке очень хорошо. Дымом немножко промазал. Да, уже видел, что кто-то дропался на мост. Фрид идет его сразу же на тесный контакт забирать. Но Фридос пока что не находит своего оппонента. Потому что Тео моментально поменял позицию. Хорошая хаешка от Вейзик. Ой-ой-ой, Сишечка. Сишечка зашла хорошая, Коби энтрифраг делает, минус Зишка. Ну а здесь Тео погибает от Фридоса, а и вот у Коби большие проблемы сейчас начинаются. Ему срочно надо менять позицию, потому что игроки в пленту уже, но вот Коби здесь ни в коем случае погибать вообще никак нельзя. Лапа, лапа идет с меда, есть перестрелка с Коби, Коби также оказывается сильнее здесь, ну и 3 в 3 выбивание. Один дом, двое на узкой, а почему двое на узкой? Ну хорошо, Везик подстраховал выход с дороги, минус по коллапсу. А Коби пойдет выжимать дом. Там Вейзик уже очень битый. Ой-ой-ой, вот только сейчас Вейзик спалился. А Николасу предстоит нелегкая задача разминировать бомбу. Но там со спины сейчас к нему подойдут. Ну, мог минировать, Фрид есть минус. И Коби есть размен, но 11 секунд остается. Но здесь за красным Райден уже. И не успевает Коби разминировать бомбу. И это второй раунд для команды Art of Execution. Миссия успешна. Ну что, поехали дальше. Будет ли такой же дефолтный раунд? Тео меняет уже немножко направление сишек своих. Зишка пока что на тэшке. Довольно в дефолтной позиции для себя. Фрид, как всегда, на винтах. В упоре, как всегда, его никто не принимает. Выходит на пятерку. Там уже коллапс спалился. Там еще и Николас на двойке. Полетели гранаты под Фрида. Фрид их спокойно и выйдет. А в это время Райден и Везик уже занимают мост. Тео, как всегда, на своей излюбленной позиции будет принимать. Ну и посмотрим. Пока что у Архана все довольно хорошо. Ну, видели мы в предыдущем раунде абсолютно такой же выход под мост. И он не увенчался успехом для команды Five Star. Ну что, Тео!
Уже слышит упор моста, видит там Вейзика. Два других игрока пока что не светятся, а они отходят. Они отходят. Вейзик будет играть роль закрывающего. А это Аплэнд, похоже, в исполнении Art of Execution. Вейзик забрасывает пока что хаешки на мост. Ему здесь погибать вообще ни в коем случае нельзя, иначе свою роль он так и не сыграет. Нужно побайтить на себя здесь и так далее. Да, это перетяжка под Аплэнд. Полностью вся перетяжка. Ну, три игрока у команды Five Star по-прежнему на своих позициях. Ну и... Ой-ой-ой, неужели Тео не видел? Не... Да, должен был заметить Тео, видит Тео. Ну что же, Вейзик будет стреляться, а в это время... Файвстар принимает Аплэнд довольно уверенно. Николас под бетоном тоже погибает, но здесь коллапс. Хорошо закрывает двойку. Без шансов для АОшек при выходе в Аплэнд. 4-2. 4-2 команда Файвстар здесь. Конечно, очень хорошо. Начинает первую половину на первой карте. Фрид снова под винты. Ну, какой-то моментальный трифраг нужен команде AOXZ, чтобы взбудоражить своего соперника. Иначе просто файвстары готовы в каждом раунде. Ну, и здесь Тео минус 2 суашек делает на мосту. Но это прям совсем безобразие. У Архана уже двенашка по итогам 6 раундов. Но я не знаю, этот парень не контрится. И Линк, плюс ко всему, в апланту вообще не чувствует своего соперника. Знает, что Зишка у него в спине. Или не знает. Занимает Тэшку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лапа сейчас просто на него выходит. Зишка должен также ему хелпануть, но Линк здесь может жить очень долгое время. Но там плюс двойки приходит игрок, это Тео. Тео погибает, ну что, 2 в 2. Зишка может в любой момент уйти под Бэплэнд. Лапа в двойке. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, это будет уход под Бэплэнд. Если не спалится Линк у нас. Ой, а Линк сидит. Лапа устанавливает бомбу. Закрыто. Понимаешь, что на Тэшке может быть один игрок. Лапа. Видит в Тэшке Линка. Зишка забирает на перемычке Коби. И Лапа ставит хедшот по Линку. 4-3. 4-3. Довольно уверенно раунд исполнения ВХЗ. Хотя начало было тоже из ряда вон выходящее. Тео минус 3 на мосту. И проблемы были, конечно, колоссальные в начале раунда у Art of Execution. Но это, кстати, быстрый апленд. Быстрая альфа через винты с плитом. На боковую и Тэшку. Линк будет в упоре принимать на сигарете двух игроков. Пошел выжимать, но здесь ему вряд ли что-то светит. Хотя энтри фраг он делает, но Вейзик подрывает его на бочке. Выход через винты и от Райдена также в минус... Ой-ой-ой-ой-ой. Со всех фронтов повылазили Art of Execution, и только Тео остается в живых. Видит на перемычке Фрида. Ну, Фриду здесь, наверное, лучше не стреляться, потому что Тео сейчас моментально может заспрейить своего родового оппонента. Ну, надо просто поставить плент, и Вейзик этим самым делом и занимается. Ну, что же. Ну что же. Тео. 13 фрагов. Есть перестрелка с Вейзиком, но Райден здесь также сигарета хелповал. 4-4. Последний раунд первой половины у нас грядет прямо сейчас. И команде Art of Execution надо его, конечно, забирать как можно скорее. И вообще его, в принципе, лучше забрать. Иначе с преимуществом за оборону уходить команде Five Star будет в такой кайф, что и... Победу можно быстро забрать на смене сторон. Ну что, выход под винты. От Линка есть размен. Тео также прожал винты. И двое уашек здесь, конечно, сделали грамотно свою работу. А при этом выход в апленд у нас будет. Двойку идет пушить Лапа. Вместе с Вейзиком отличный хедшот. По двойке минус Николас. Там же коллапс тоже не справляется со стрельбой. Тео делает еще один минус. Но Тео здесь должны щемить. Тео погибает. И только один Коби остается. Дропается на 5. Забирает Зибона. И еще один хедшот по Лапе. Это 5. 4 за Five Star. Отличнейшая первая половина. Так, ребят, сейчас небольшая техническая пауза. Я микрофончик пока что отключу. Нужно наладить контакт с Максимом.
Так, ну что, дорогие друзья, я возвращаюсь, Максим будет чуть позже. Так, ну что, пока что у нас есть небольшого рода технические проблемы. Я думаю, мы сейчас их быстро пофиксим. Так, ну что, первый половина дал за счетом 5-4 у нас закончилась. Five Star на самом деле продемонстрировали очень хороший стиль обороны. Вот что мне больше всего понравилось, они очень качественно выдерживали паузу на винтах. Отходили на пятерку, каверли с двойки, быстрая хелпа была на перемычку. И это очень сильно, не то чтобы растеряло, скорее дезориентировало команду AOXZ, потому что ребята привыкли по дефолту, даже если выходить на винты, сразу стреляться с кем-то в упоре, но вот здесь такое, скажем, фраговое голодание обеспечили на первых таймингах раунда команда Five Star, и за счет чего AOXZ в некоторых моментах не могли для себя найти какой-то entry kill, и в этом случае АОшки, я думаю, явно не ожидали, что вот настолько хорошо у Five Star получится обороняться на первой половине. Ну, посмотрим теперь, как AOXZ ответит на смене сторон. Будет очень интересно понаблюдать. Вообще в ВВГ очень такая уже старая карта, на которой абсолютно все умеют играть. И вот здесь действительно удивить, по сути, всегда бывает сложно. Но, тем не менее, не исключаем возможность, что либо команда AOXZ, либо команда Five Star сейчас может абсолютно задоминировать на второй половине, независимо от того, атака это или оборона. То есть, да, грамотно сбалансированная карта, которая позволяет, в принципе, действовать в любом ключе, что в агрессии, что в довольно терпкой обороне, абсолютно любой стороне. Ну, посмотрим, как сейчас будут развиваться события на карте. Five Star теперь будут диктовать свои правила на атаке. Ну и будем за этим пристально наблюдать. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, кто только недавно подключился к нашему эфиру. Вторая половина. Мы продолжаем. Ну и что, и по первым таймингам можно сказать, что опять же, довольно дефолтно играет команда Five Star. Выход под мост в исполнении двух игроков. Будет, наверное, скорее всего, ожидание поджима со стороны Вейзика. Вейзик любит этим заниматься. Ну а в это время Фрид вместе с Райденом играют под позициями Аплента. На перемычке у нас будет также, скорее всего, Зишка в роли хелпующего на Аплент. На винтах у нас Лапа. Ну, все довольно дефолтно. И медленный раунд играет команда Five Star. Тео на боковой вместе с Линком. Двое УАшек. И вот энтри-фраг уже от Тео имеется. Тео начинает опять нас радовать своими невероятными хедшотами. А здесь уже в плент выходит Линк. Но вот Линка не прочекали. Еще одна хаешка на боковую. Тео может от нее пострадать. Но все-таки радиус поражения был не такой сильный. И не такой близкий, как могло показаться. Но здесь Тео забирает в двойке Зибона. Забирает еще на сигарете Трайдена. Боже мой. И только Лапа разменит его после трех минусов. Надо команде AOXZ как-то действовать более собрано, потому что игрок, который играл на Катарезе, он не успел зачекать проход в упор боковой. Ну вот из-за чего двойка, собственно говоря, и пострадала. Ну и вот у Озика сейчас работа может очень много прибавиться. Коби уже на пленту. Николас занимает дом. И здесь в любом случае коллапс будет играть роль закрывающего. Он видит Лапу, просто заберет его сейчас в спину. И это соло раунд для Озика. 1-3. Ну что же. Довольно легкий. Первый раунд от Тео и его команды. 6-4. 4 раунда до победы на ВВГ остается команде Five Star. Ну и сейчас посмотрим, смогут ли Art of Execution сразу же дать ответочку своим соперникам. Полетели хаешки на мост от Лапы, довольно дефолтные. Ну, я думаю, да, Five Star их чекают. Five Star их чекают, они на них не попадутся. А в это время Фридос уже идет чекать в упор боковую линию. Ну и здесь пока что никого у него нету. А Вейзик проходит. Вейзик все-таки проходит мост. И Тео сейчас будет контакт с Фридосом на боковой. Хаешка не попала по Фриду, зато Фрид попал по Тео. Сразу же в голову и... Ситуация на карте 4-4. Знали, что Вейзик аркадил мост, поэтому, скорее всего, Бэплент отпущен. И Коби сейчас эту позицию сразу же попытается закрыть. Забайтить, наверное, все-таки на перетяжку команды AOXZ на Бэплент, чтобы его тиммейты могли более спокойно выйти под А. Ну что, посмотрим. Зишка будет принимать в упор мост.
Он в курсе, он в курсе. А Коби, хорошая хаешка под Коби. Но в это время, кстати, Райден забирает еще линка под аплантом. Но вот Николас и команда перемещается под мост. Это все-таки Б-плент. Под винтами у нас лапа. Перестрелка с коллапсом. Коллапс оказывается сильней. Плюс ко всему коллапс вообще ни одного хитпоинта не потерял. Ну а здесь Зишка. Очень хорошая и очень агрессивная в то же время позиция у него. И надо ему сюда срочно какого-то саппорта на восьмерку, либо с перемычки, чтобы ему контролили дорогу и чтобы в спину никто не вышел. Коби уже, кстати, на дороге, пытается запрыгнуть на БТР, а Николас пока что в доме. Но Николас, видимо, хочет отойти под мост или как? Кстати, Коби уже прочекали. Николас дропается обратно под мост, а здесь под бетоном. Под бетоном уже Николас как же жестко поставил сейчас по катушкам. Ну, это 1 в 2 для него, по нему есть вся необходимая команде АВЭК за информация. Ну и как же отыграет этот раунд Николас? Ждет. Выжидает тайминг. Наверное, пытается, скорее всего, забайтить своего соперника на перемещение под аплен. И отчасти у него это получается, потому что Фрид уже уходит на 0. Райден садится в глубокий Б-плент, и у него сейчас пока что нет информации. Но вот сейчас, как будет только установлен фугас... Ой-ой-ой, АОшки, да, АОшки знают, где находится их последний соперник. Фридос заметил на катушках своего оппонента Николаса. Николас перестрелка, но дэмэджа колоссального не сделал. И это 6-5 на табло в пользу Art of Execution. Нет, конечно же, в пользу Five Star. Еще один раунд отставания у них. Ну, посмотрим. Посмотрим, как сыграют сейчас этот раунд, ребята. Five Star уже устремились под аплент. Райден пока что в соло будет принимать. Вот это, кстати, может быть фатальная ошибка. Там уже Коби в аплент пробежал. Очень много гранат под Райден кладется. Ой-ой-ой, Коби уже занимает двойку. Там уже и Тео через винты выходит. Аплент просто сейчас со всех сторон обошли. Я не знаю, что с ним делать здесь. Но это уже 5 в 2. И без единого размена для команды AOXZ. Два игрока на перемычке. Остается в соло Зишка. Два игрока битых. Five Star. Только сейчас первый размен находит по Коби у нас AOXZ. И... да, здесь уже и на пятерке в упоре принимает Линк. 7-5. 7-5. Five Star крайне быстро вышли под аплент. Коби просто на первых таймингах занимает двойку. Дезориентировал всю оборону команды AOXZ. И будет ли такой же раунд? Или все-таки в немного другом ключе будут действовать игроки команды Five Star сейчас? Пока что медленно играют. Тео, кстати, идет занимать винты. Нет, это все-таки под мидл выход от него. Ну и впоследствии перетекающий выход на винты. Тео. Здесь лапа будет запрыгивать. Но еще, а у Тео-то какая сейчас выигрышная позиция будет. Тео. Заметил только сейчас лапу. Лапа его все-таки перестреливает. Но там уже Ефрит очень вовремя подстраховал своего оппонента из-под бетона. И два игрока в Т-шке, один на боковой. Хороший выход от Николаса. Там хаешка уже плавает и сигарету. Фрид забирает одного, второго. Также Зишка есть размен. Выход на Т-шку. Вот. Коллапса. Он один против троих игроков. Очень битый лапа. Зишка также немножко битый. И для коллапса это будет очень тяжелый раунд, учитывая то, что по нему есть необходимая информация. Плюс по всему и дэмэджа по нему влетает очень много. И Вейзик забирает этот раунд. Пока что обмениваются любезностями команда OXZ и Five Star. Не могут выявить единоличного лидера на этой карте. Ну, в принципе, в таких матчах так и должно все происходить. Ну что, очень, опять же, похоже на быстрый аплент. Линк вместе с Тео, двое ваших, сплетует боковую тэшку. Ну, Тео, скорее всего, будет здесь в роли энтрифрагера, а Вейзик будет принимать выход на мост. Там два игрока, это Коби и Николас, два аугера. Так, а в это время Тео уже на боковой. Кладется смог. Две гранаты на боковую, это Уэкзе. Фрид пойдет пушить. Фрид все-таки понимает, что нужно как-то на ранних таймингах найти и минус. И как-то постараться желательно Тео найти сразу же, чтобы эту машину ликвидировать. С этого раунда убил Тео, минус 50% работы. Но Тео начинает этот раунд снова с энтри фрага. Там уже и Райден на Катарезе может остаться без головы, если Линк все-таки под него вышел бы. Но нет, здесь их лапа на хелпе, и мост проходит, что самое интересное. Тео забирает и Райдена еще на Катарезе. Ну, как-то совсем все плохо у Экзе в этом раунде в обороне. По одному полезли, по одному погибли. Вот Вейзик находит сейчас размен, но он должен уже понимать, что это приблизительно апленд. Тео играет роль закрывающего с апленда. Там Зишка из-под пятерки будет его чекать. Зишка! Еще один минус от Тео. Трипл килл от Архана. И там на двойке уже и лапа. Да ладно, неужели квадрокилл сделает? Нет, лапа его разменивает, но эта ситуация 1 в 3. По лапе есть вся необходимая инфа. Будет установлена бомба, и там с дома коллапс уже будет чекать выход под катушки. Нет, он уже, кстати, проморгал выход от лапы. Лапа, перестрелка с узкой. Там Коби немножко потерял свой хелсбар, но, тем не менее, лапа здесь вряд ли уже куда-то выйдет. 15 хп на счету, и Коби на восьмерке, плюс коллапс в доме, и Николас на дороге. Со всех сторон оккупировали Константина, и с коллапса
Точнее, из дома коллаб закрывает уже этот раунд последним фрагом. Ну что, 8-6. И Райден молниеносно сразу же бежит занимать аплент. Понимает, что на первых таймингах вполне вероятно могут выйти под аплент игроки команды 5 Star. Вейзик снова, я так понимаю, будет прожимать мост. Совершенно верно. А в это время Тео и Линк напрягают Тэшку. Тео уже снова делает энтрифраг, правда, с гранатой, но тем не менее, кого это волнует? Есть минус, есть преимущество, и у команды 5 Star уже дальше будет легче. Ну что? Линк, Тэшки в упоре, Фриц не перестреливается, от Фриды есть минус, ну, можно на боковой еще попробовать забрать Тео, но Тео уже даблкил в этом раунде имеет, и триплкил от Тео, ну, я не знаю, что с этим парнем делать, это просто какая-то машина, Лапа его только остановил после трех фрагов, и тем не менее, Тео уже за 22 фрага настрелял за эту карту, 9-6 и 3 маппоинта у команды 5 Star, вот так интересное начало этого матча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько игроков на нуле. Ну, Вейзику пора уже уходить отсюда. Здесь так много игроков было, и так мало одного Вейзика на этой позиции. Ну, не знаю, на винты у нас Линк устремился. Кстати, в упоре никто не принимает. Лапа отходит на пятерку. А в это время уже там ты стоял на нуле и ждал какого-то поджима и дождался его от Фридоса. Это 3 в 5 для OXZ, и команда 5 Star очень близка к тому, чтобы забрать первую карту. Плюс Зишкин так установлен. Ну а кто на Б? А на Б только Зишка. Зишка на дорогу, посмотри, там уже Коби вовсю орудует на этой позиции. Но есть минус от Зишки по коллапсу. Здесь и Николас уже в пленту. Но я не знаю, здесь у Зишки шансы на выживание крайне малы. И остается последний Райден. Максим Бабушкин против троих игроков команды 5 Star. Ну и позиция Б плента уже установлена. Ну что, Райден 1 в 3. Потащит ли этот клатч раунд? Тео минус. Но там уже Линк с дороги. И это победа со счетом 10-6 на первой карте для команды 5 Star. Вот так поворот. Вот так поворот. Так, ну что? Следующую карту ждем. Следующую карту. Следующая карта у нас... Следующая карта у нас... Песчанка. Угу. Здесь поинтереснее уже тоже будет. Все-таки и Авошки на этой карте играет хорошо, и 5 Star также. Так, ну а мы пока что нужно еще нам итоги ставок как-то подвести. Максим, Максимка куда-то у нас вообще запропастился, поэтому давайте попробую сейчас сам промониторить. И вы напишите Максим, дорогие друзья, кому я скажу. Так. Сейчас почекаем одну секунду. Так, 10-6, 10-6, 10-6. Так, значит, 10-6 на 5 Star, были ставки, 10-7 на 5 Star вижу, 10-6, 10-6, 10-6, 10-6.